Здравствуйте. Сейчас мы будем упражнение делать, которое поможет вам открыть ваши внутренние силы. Вы действительно увидите, насколько вы физически, ну, крепки, как бы сказать. И делается это так. Я всегда его делаю. Расслабились и поделали вот так. Расслабились для начала. Теперь приступим. Сосредоточились в расслабленном состоянии. Сосредоточились. Просто почувствуйте все свое тело. И начали. Набрали воздух в диафрагму, запустили энергию вверх, расслабили. Вытянулись, расслабились. Когда вы делаете это упражнение, дышите. Участвует пупок, все время движется, как бы не сильно напрягайте его. Продолжим. Расслабили полностью, диафрагму опустили. Не надо так ручки. Я так делаю. Потянулись. Дали между лопатками. На этот позвонок мы дали. Поняли, да? Живот работает. Тянулись и чувствуем, прогиб вот этот, вы ладошками давите в этот позвонок. Расслабились. Опять потянули. Подняли теперь ручку. Потянули. Расслабили. Не прогиб не за счет спины, а бедра. Бедро. Так, потянули. Стойте полная ступня, полная, ни на пятки, ни на носок. Именно чувствуйте ваш центр. За счет того, что вы ушли сюда,
Это небольшая часть из комплекса. На самом деле это длительный, довольно-таки длительный урок. Это небольшая часть, которую я делаю, всегда даже бывает перед разминкой. И вы поняли, как вы дышите? Дыхание, в котором не участвует пупок, ну, это не дыхание. Вот, усвойте его. Всего хорошего. До встречи.